Сотрудники испытательной пожарной лаборатории Рязанской области отмечают 50-летие учреждения. Лаборатория была образована 26 января 1965 года для решения задач, связанных с установлением причин пожаров, а также для определения пожароопасных свойств различных веществ и материалов. Установление причины пожара – это очень сложный комплекс мероприятий. Вот. Ну, простой обыватель понимает, да, когда все сгорело, что можно установить. Вот. Но оказывается, как бы там ни было, к счастью, да, пожар, огонь не все уничтожает и оставляет следы, по которым, в общем-то, можно определить, где начался очаг пожара, какова его причина. Ну и вот для решения такого сложного комплекса задач 26 января 1965 года на территории Рязанской области была создана испытательно-пожарная лаборатория. Сотрудники лаборатории проводят исследования различного рода экспертизы при взаимодействии с органами следствия. Занимаются испытанием на пожарную безопасность изделий и конструкций, проводят научные исследования в области пожарной безопасности, оказывают техническую, информационную и аналитическую поддержку деятельности Федеральной противопожарной службы, а также помогают правоохранительным органам, занимающимся расследованием пожаров. Бензин очень быстро выгорает. Вот. Да. Значит, на месте пожара мы, пользуясь этим прибором, пытаемся найти те места, где злоумышленник мог, в общем-то, применить такие средства. Вот видите, прибор сигнализирует предельно допустимую концентрацию и подает звуковой сигнал. Мы в обязательном порядке работаем и с нашим экспертно-криминалистическим центром УВД по Рязанской области, ну и с другими подразделениями экспертными. Сотрудники лаборатории входят в следственно-оперативную группу по раскрытию преступлений, связанных с пожарами. Поэтому, да, взаимодействие самое плотное. Со своими задачами испытательная пожарная лаборатория успешно справляется из года в год. Сегодня на вооружении лаборатории самые современные приборы для исследования материалов, изъятых с места пожаров, определение показателей пожарной опасности строительных материалов и многое другое.